гармонисты так деликатно умолкали, понимая, что эту песню гармошкой сыграть невозможно. В другой своей песне, в статье, в «Отяцкой песне», Герц не просто констатирует факт, он кричит. В настоящее время, это идет речь о 20-е годы, идет уродование отяцкой народной песни. Всякий маломальский, разбирающийся в грамоте отяк, считает своей обязанностью собирать песни, гармонизовать их, как ему это нравится, и исполнять, как ему хочется. Часто в гармонизации берутся русские товарищи, совершенно не знающие ни текста песни, ни своеобразного музыкального склада, ни тех условий, при которых рождается, живет, умирает отяцкая песня. И, кстати, получается печальная картина. В отяцкую песню становится уже почти невозможно узнать. Она переделывается под русский лад. Ну, это вот тенденция характерна для всех республик. Например, то же самое, что там, где Даши, в Татарстане, тоже боролся против этого явления и пытался сохранить уникальное явление для татарской культуры – пентатонику. Но судьба была у меня такая же. Правда, он не репрессирован, а был только на двух